Всем привет, друзья из Алании. Сегодня четверг, 14 января, 15:33 время. Вчера пробирал до костей просто ветер вечером. Я уже думал, что придется откапывать кожаную куртку. Но сегодня, когда проснулся, я увидел это замечательное солнце, чистейшее небо. Я ору, потому что я не знаю, как меня слышно. Тут все шумит, в принципе. Погода сегодня офигенная. Просто другого слова не подберешь. Вы сейчас смотрите на прогнозы, на расписание с погодой, всякие сайты. Они вам показывают, что сейчас 14 градусов. Это ложь и провокация, друзья. Потому что на солнце сейчас 25 в среднем по ощущениям. И можно ходить спокойно в футболке. Я в шортах, естественно. Вот. И по градуснику сейчас там, где в тени градусов 18-19, там, где на солнце 21 сейчас на градусниках. Все прогнозы вам снова врутся, обманывают вас. Местные, ну кто в куртках ходит, кто как я в шортах, там он люди загорают, сидят полуодетые. То есть у всех все по-разному. Главное, что день у нас сегодня солнечный, и вчерашний этот страшный ветер, он не вылился в ураган и в зиму, как я уже думал, что зима начнется. Нет, сегодня, не побоюсь этого слова, продолжается октябрь у нас. Вообще обалденно, сейчас очень комфортно. Ветра нет, кстати. Ветра нет, просто волны очень сильно шумят. Ветра нет вообще ни со стороны моря, нигде нет ветра сейчас. Просто вот такие вот волночки довольно сильные. И завтра я вам покажу, 15 января 2019 года, какой был шторм. В прошлом году в этот день было немножко прохладнее, потом даже не немножко, потому что я ходил в куртке, в кожаной куртке. Сейчас я вот хожу. Так, чисто кофта висит на футболке, расстегнутая кофта и в шортах, как я уже сказал. Значит, температура воды, друзья, в среднем 18, где-то чуть больше, меньше нет. 18 даже с половиной где-то. Но купаться, вы видите, сейчас сложно, хотя кто не боится 18 градусов, здесь вот просто можно вот покупаться как бы на любом ходе в пляж, либо вот в оба есть такие места, где ну, все эти таблетки, парашюты, где выезжают, и там волны поменьше, можно там покупаться. Вот где 16 пляж. Вот такая вот сегодня здесь атмосфера, вот такая погодка солнечная. Будет две части, мы идем туда, в Тосмур. О, даже продавец, он ходит по пляжу и что-то продает. Вот это да. Как будто сезон у нас. И... А какого ж это просто кафешка, наверное, лежаки стоят. Потому что, смотрю, люди загорают, а клуб «Бояр» закрыт. И этот «Бояр» тоже вроде не работает же сейчас зимой. Ну, люди сидят, загорают там. Боже, у него сумка какая-то, привет из СССР. Помните, у нас были вот эти вот сумки, вот если видно, вам идет синяя, вот у него Adidas на ней написано, со значком Adidas. В Советском Союзе были такие портфели школьные, сумки. Ну, что-то он продает, носит, даже местным причем предлагает. А, духи продает. Увидел меня с камерой, сейчас ко мне начнет подходить. Не, мне точно не надо. А вот, надо полюбуйтесь минутку морем. Не-не-не. Все забываю, что у них же когда нет, надо махать не как мы в сторону головой, а надо вверх-вниз махать головой, типа вы соглашаетесь, это будет нет. На самом деле, когда получается, ну то есть все наоборот. Не-не, спасибо. Не, я ими не пользуюсь. Не знаю, сколько. Я ими не пользуюсь вообще. У меня натуральный запах пота, а я вообще духами не пользуюсь, одеколоны. Тем более, вот так вот, конечно, я вам не советую покупать косметику. Вы понимаете, что это мы вдыхаем, это брызгается на тело и так далее. Ни в коем случае. И на базаре тоже не советую покупать. Только в специализированных магазинах покупайте духи, одеколоны. Босс мне показывает упаковку одеколона. Но меня совершенно не интересует, сколько она стоит. Даже если бы он сейчас давал оригинал какой-то, который стоит там $100, я бы его не купил бы и за 10. Мне это не нужно. Ну, тем более, так бы я не рисковал. И спиртное тоже, друзья, никогда не покупайте. Я знаю, что есть здесь сайты какие-то, люди заказывают спирт какой-то, типа, он не медицинский, он как-то немножко иначе называется, потому что дорого здесь спиртное стоит. И вот люди заказывают какой-то спирт непонятный. Ну, конечно, смертельно он может не опасен, но я вам очень-очень не советую его заказывать, потому что тоже спиртное все покупать в Турции только в магазинах. Только то, в чем вы уверены, проверены. Все, немножко я заболтался. Дальше я расскажу, когда мы пойдем туда, в сторону. Дальше, в сторону Тосмура. Мы уже, собственно, почти в Тосмуре.
Вот такая замечательная погодка.